Конечно, музей он очень ценный для всего Серпуховского региона. Ничего подобного в других районных центрах нету, ни Московской области, ни Российской Федерации. Подобного музея просто нет. Беру смелость утверждать по количеству и качеству картин. Вы все знаете, сколько здесь подлинников Айвазовского, Саврасова, Маковского, ну и современная Гончарова, западная живопись. Это, конечно, уникальная коллекция, которая ни один музей не может похвастаться.